решил разыграть спор. Всем привет, всем привет. Меня зовут Костя Павлов. Вот тут такая вот халява от Костяныча. Спорт Пит разыгрываем, БЦА, казеиновый, сывороточный протеин и еще для вас шейкер. Да, это движение означает шейкер. Вот, как я и обещал, разыгрываю его через неделю. Все это делается очень просто. Берем ссылочку, давай сюда покажем ссылочку моего видео, копируем ее, вставляем ее вот сюда, ссылкой на видео. Это есть такой специальный сайт, вставить, так. И вот жмем кнопочку «Мне повезет». Вот здесь видите, это то самое видео «Спортбита Костяныча». Жмем кнопочку «Мне повезет». И ждем, в общем-то, обработку и ждем, какой же комментарий, так скажем, стал победителем. Я не знаю, насколько это быстро происходит, хотя вот тут шкала, видите, вот шкала бежит. Они ищут комментарий рандомно. Не знаю, кто это будет, вообще будет ли он, потому что вот мы уже разыгрывали, я не помню. А, во! Нет, человек, видите, написал Gold Whey, отличный протеин, сам такой употребляй. Ну, блин, ну что ж тебе не имется-то, дурачок? Лучше бы оставил свой ID ВКонтакте. ПК Games некий. Ладно, жмем, наверное, еще раз, мне повезет, да? Да. О, тут все быстрее пошло. Вот, есть. Григорий Рок, ID ВКонтакте, вот этот вот. Так, копировать. Так, открываем контакт ВКонтакте. Ой, а здесь так, а мы сможем, не заходя на контакт, и вставить? Вот, вот давайте проверим, вот, 1554, и сюда переходим, вот, 1554, все верно, так, и жмем Enter. Вот он, человек, Гриша Рокин, набережные Челны, давайте теперь проверим. Так, 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 если... А, он себе не ретвитнул. Ну, Гриша. Что ж ты такой? А может быть... Нет, ну видно, что вот все, что он ретвитит, тут видно. Вот все, вот. Мы до конца спустились, он себе не ретвитнул. Давай еще раз жмем, блин. Что-то какие-то у нас... О, зато смотри, как быстро теперь идет. От 18+, было бы честно, ибо много младше. Так, опять человек не о том пишет. Так, обработка. Алина Лав написала «Супер!» Ну, блин, а что ж ты не написала «Супер» и не оставила свою страницу ВКонтакте? Дальше смотрим. «Мне повезет» жмем. Ну, вот, есть полностью ссылка на контакт. Копируем ее, вставляем ее вместо Гриши. «Вставить». Жмем Enter. Так, это Андрей Макаренко. Или Макаренко. Макаренко, скорее всего. Он много чего себе ретвитит. Я вот, ну, в смысле, репостит. Но я пока не вижу. Это только за сегодня он столько всего... Вот! Есть! Так, так, есть! Я стал только проверить, подписан ли он на меня. Но я думаю, что подписан. Смысл ему было это не делать. Так, как это смотрится? О канале? Так, о канале... Нет, видимо, не о канале. Обсуждение... Вот, наверное, каналы. Вот, каналы... На Макс он точно подписан. Еще... А, вот, Костя Павлов. Все! Мы нашли победителя. Это Андрей Макаренко. Так, 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 так. Так, так, так. Вот прямо сейчас я зайду на ВКонтакт и напишу тебе личное сообщение, Андрей Макаренко, о том, что ты победитель и о том, что ты... как, в общем-то, с тобой связаться и как тебе прислать приз, который я обещал. Но это еще не все. На моем втором канале, на игровом канале Павлов Плей, вот прямо сейчас уже проходит конкурс на FIFA 15. То есть вы можете получить диск FIFA 15. Совершенно на любую платформу, я вам ее пришлю, если вы победите. Вот прямо сейчас переходите по ссылке в описании, канал Павлов Плей, там разыгрывается FIFA 15, а мы поздравляем Андрея Макаренко с победой.